13 декабря 2016 год. Мы до сих пор здесь. Здесь очень холодно. Здесь нам страшно. Здесь никого нет, кроме нас с господином Александровым. Здесь мило. Здесь хорошо. Он заброшенный город. Но здесь холодно, пиздец. Что я еще хотел сказать? Мы, кстати, хотим пойти на поиски за эти 2 года мы пинали хуй. И сейчас решились это сделать, потому что уже реально надоело. Город заброшенный, никого кроме нас. И пустоты и тишины. Ну, гочу. Го. Здесь, короче, машины катаются. Ой. Упс. Шучу, не машины. Мы же одни. Го! Бей, капец, здесь страшно. Капец, здесь реально страшно. Давай так. А, ладно, да. Александров. Го-го-го-го-го-го-го. Бля, я пиздец боюсь, иди нахуй. Я пошел. Добро пожаловать, здесь хоть какие-то признаки вежливости. Я-то думал, здесь ничего нет, кроме птиц и нас. Долбоёб. Короче, здесь железки, короче, при желании можно прыгнуть, стоп. Потом еще здесь есть. Здесь вам можно спрыгнуть, тоже сдохнуть. Здесь отрывок книжки, тоже можно сдохнуть. Потому что роман, наверное, 50 оттенков серого. Неинтересно, блевать охота. Ну что, гол дальше или что? Или тупо снимем? А, не надо. Ой, хорошо. Все там уже. Ладно, ничего интересного нет, иди. Да, город-то заброшен. Эти газеты, их читали в 1700-х. Здесь реально кто-то ходит. И ладно, идем. Ладно, Кит. Что-то страшно. Ты что? Убьют еще на вас. Что, слышишь, шаги, что ли? Да, я не слышу. Ладно. Иванов. Иванов, бери. Гоу, Александров. Я за тебя. Ой, Ахмджан. Было весело. Ну вот, мы исследовали 0,05% всего города заброшенного. Это носил Авраам Линкольн. Я уверен. Еще тогда америкосы любили Джорданы. Надо же, интересно. Вот, посмотрите на этот город. Страшный, пиздец. Я боюсь. Чё, когда домой? Давай сейчас. На Сибирь. Обратно. Давай сейчас. Прям сейчас? Да. Ну давай. Не нравятся мне эти шаги. Все, я пошел. Давай. Все. Подскажи свои прощальные слова, если вдруг мы не вернемся. Если вы смотрите это видео, то наверняка сейчас будущее. И нас сейчас нет. Чтобы вы знали, эти шаги, наверное, были от сказочных троллей. Да. Ну, в нашем убежище, в Сибири, есть запас воды, запас еды. Так что еще выжить 2-3 дня можно. Всем до свидания. С вами был Александров и Иванов. Удачи.